Любители рыбалки смогут продемонстрировать свои навыки и побороться за звание сильнейшего. Такую возможность предоставляет семейный парк отдыха «Сетсел Парк» в Уральске, представители которого объявляют о скором начале соревнований по рыбной ловле. Побороться за победу смогут все желающие в возрасте от 16 лет. Отметим, что участие в соревнованиях бесплатное, при этом для победителей предусмотрено денежное вознаграждение. Среди различных увлечений – рыбалка – одно из самых распространенных хобби. Семейный парк отдыха «Сетсел Парк» объявил о скором начале конкурса среди рыбаков. Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и активного досуга на природе. Приобщение к любительскому лову рыбы, говорят организаторы. Уважаемые уральцы и гости города, в преддверии праздника «День рыбака» приглашаем вас принять участие в конкурсе «Рыбалка», который будет проводиться в нашем парке семейного отдыха «Сетсел Парк». Любой желающий принять участие может зарегистрироваться с 1 по 5 августа у администрации парка с 10 утра до 22. Участники будут сформированы в команды. По результатам улова будут выявлены победители, которых ждут денежные призы. Соревнования по рыбной ловле не только интересный вид отдыха на природе, но и место, где рыбаки могут поделиться своими умениями и навыками. Рыбаки представляют собой особое братство, которое объединяет людей самых разных профессий и возрастов. Степан Фофанов любит рыбалку с детства. Самый большой улов в его жизни – это сазан весом 6 килограмм. О конкурсе он знает и будет в нем принимать участие. Я часто прихожу на рыбалку. Здесь вот мы недавно с друзьями поймали карпа. Здесь будут проходить конкурсы. Как бы хотел бы показать свои навыки насчет рыбалки. Ну и показать себя рыбалку. На ловлю рыбы будет отведено 3 часа. По истечению времени на берегу жюри подведут итоги конкурса, взвесив общий улов. Отметим, что участие в конкурсе бесплатное. Для победителей предусмотрено денежное вознаграждение. Все подробности вы можете узнать по телефону +7 771 322 22. Альбина Коленова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК 42.